Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу! Сегодня я хочу поговорить о такой теме. Она непростая, она довольно сложная. Сложная и в плане восприятия, и особенно, наверное, она сложная в практическом смысле. Отражение нашей души в Слове. Насколько мы понимаем, насколько мы осознаем, что Священное Писание, оно отражает человеческую душу, и насколько мы готовы согласиться с действительностью, которая показывает нам Священное Писание, Божье Слово. Оно показывает нам самих себя, и мы очень часто не хотим себя узнавать. Мы не хотим понимать, что это и есть я, вот такой. Мы пытаемся обмануть себя, думаем, что сможем обмануть Создателя. Текст, который я сегодня хочу зачитать, он довольно сложный для понимания, потому что в нем есть небольшой перевод для ивритоговорящей части нашей общины. אבל מדברים דווקא על נשמה ולא על הנפש. כולל נפש, אבל דגש על נשמה. בסדר, השתקפות של הנשמה בדבר אדוני. זה הנושא. Хорошо. Текст, на который я буду сегодня опираться, это послание к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, третья глава. Второе послание к Коринфянам, третья глава. И вначале я зачитаю тот отрывок, о котором хочу говорить. Он будет с 12 стиха по 18 стих, но нам придется с вами потом подняться чуть выше по тексту. И мы коснемся такой темы, как служение Нового Завета и что такое, вот, когда буква убивает, а дух животворит. Это у нас будет в 6 стихе. Потому что очень часто эти стихи трактуют неверно, что буква убивает, а дух животворит, поэтому Танах не нужен, свиток тем более не нужен. Там вообще, там же буквы, которые могут убить. Поэтому надо держаться от этих букв подальше. Вот я хочу сказать, что эти самые буквы являются зеркалом нашей души. И попытаюсь сегодня объяснить суть этого явления. С 12 стиха, 2 Коринфянам, 3 глава. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моше, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Мессией. До ныне, когда они читают Моше, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Амен. Итак, Рабби Шауль в своем письме к Коринфянам говорит в данном отрывке мидраш. Вот этот кусочек, его нужно понимать как мидраш, что он использует образ Моше, который скрывал под покрывалом сияние своего лица. Почему его лицо сияло? Мы все знаем, правда? Потому что он был святой, потому что общался с Богом, правильно? Общение с Создателем, близкое общение и системное общение с Создателем
наложила отпечаток на личность этого человека. Такой сильный, что ему приходилось накрываться покрывалом. Он буквально светился. Снимал он покрывало только тогда, когда заходил в мешкан, скиню, чтобы снова общаться с Создателем. И идея заключается в том, что Моисей, он не выставлял на показ то, что с ним происходило. Для него важным и его как бы сосредоточением было само общение с Создателем, а не то, как он выглядит в глазах людей. Я думаю, если бы сегодня какой-нибудь проповедник начал светиться, как Моисей, об этом бы было во всем Ютубе, во всем интернете и на каждом канале в телевизоре. Новости. Засветился человек, понимаете? И этот человек на этом бы, наверное, мог хорошо заработать. Правда, те, кто так живут, вряд ли засветятся. Но вдруг, вот представим себе, да? У нас сейчас такой вот отрывок, как Мидраш. Естественно, такие люди вряд ли будут сиять, как Моше. Почему он покрывался? Это была скромность человека. Он не выставлял на показ тот отпечаток, который наложило на него общение с Богом. И как было правильно сказано в Парашат Шавуа, он очень хорошо понимал связь как бы, того, что говорит Создатель, и тем, что происходит вот в этом мире, в нашем, в материальном. Моисей не хотел показывать, что он особенный, что он очень сильно отличается от других людей. И поэтому он ходил, накрывшись покрывалом. Писание говорит, что он был самый кроткий человек на земле. Это еще один аргумент в пользу того, что Слово Божье говорит правду о нем. Некоторые люди до сих пор не понимают, что есть группа людей, которые, имея личное общение с Богом, вот такое, как было у Моше, может быть, пропорции другие, может быть, глубина другая, уровень другой. И здесь надо учитывать также время. То есть время выхода Израиля из Египта, он получал 10 заповедей, вот скрижали на горе и так далее. И сегодня все-таки есть отличия. Эти люди тоже светятся по жизни. Кто-то видит этот свет, кто-то нет. Но их путь, их лица, они издают сияние. Конечно, можно от этого отказаться, но среди нас всегда есть такие братья и такие сестры. У кого-то это вызывает зависть и отторжение. У кого-то это вызывает желание узнать, как у него получилось это. Потому что я тоже так хотел бы. И здесь нет места зависти, здесь есть место ученичеству. Таким человеком рядом с Моше был Иешуа бен Нун, Иисус, сын Навина. В 15 стихе написано, что до сих пор, когда наш народ читает Моисея, покрывало лежит на сердце их. Рабби Шауль здесь говорит о той части еврейского народа, которая за видимыми вещами не видит духовной глубины или духовной ценности. Такие люди всегда были, они всегда есть и они всегда будут. Другими словами, люди, читая Священное Писание, они их читают на человеческом уровне. Те, у которых хорошая память, могут знать даже многие куски на память, но они не могут своей жизнью передать суть этих слов, этих букв. Поэтому они и не светятся. Вроде бы говорят правильные слова. Вроде бы говорят правильные вещи. Ну вот сравни, ну все по Писанию, вот один в один. А не притягивает вот такой человек.
не светится. Странно, почему не светится? Я вам скажу почему. Где-то обрыв в электропроводке у него. У него там надо Сашу Гринберга звать, вот, чтобы он починил ему схему электрическую, там, перепаял что-то. Но люди говорят, да не, у меня все нормально, все правильно. Слушай, ну ты не светишься. Да это тебе кажется, я на самом деле, вот я точно знаю, и Дух Святой во мне внутри свидетельствует, что я свечусь. Примерно так это выглядит. Но не ты должен об этом говорить. Ты даже если бы накрылся покрывалом, этот свет должен был бы проступать, правда? А тут приглядываешься и не видно. Если ты видишь отражение своей души в Божьем Слове, как здесь написано, мы не так читаем Писание. Мы смотрим на эти буквы, как на зеркало своей души. Вот если человек смотрит и видит отражение своей души, причем высшей и низшей части своей души, как нешама, так и нефеш, в этом слове, и работает над этим. Посмотрел в зеркало и поправил что-то, да? Умыл лицо, например, стер там, где запачкалось. Лицо становится чище и опрятнее, правда? Душа тоже становится чище и опрятнее. Но многие хотят жить, как мальчик из Майдадыра, понимаете? Пока его там умывальник не поймает уже, и там до кости не помочалит его, вот, не будет дела. Человек, который, глядя на Писание, видит там отражение своего внутреннего человека и работает над этим, обязательно будет светиться. Не так, как Моисей, но будет. И теперь немножко я хочу коснуться текста, который у нас идет вот буквально с самого начала главы, потому что второй, например, стих говорит, что вы наше письмо, это Рабби Шауль обращается к Коринфянам, он говорит, вы наше письмо, написанное на сердцах ваших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Эти стихи нужно соединить как раз с теми, кто правильно читает Писание и видит свое отражение. Вот эти люди становятся письмом. Письмо – это тот же самый свет, только в другом формате. Информация передается в другом формате. Когда ты читаешь Писание, для тебя это буквы, правда? Но в этих буквах есть дух и есть принципы духовные. Для некоторых эти буквы остаются просто буквами, несущими информацию. Вы, третий стих, вы показываете собою, что вы письмо Машиаха через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Посмотрите, как Рабби Шауль проводит параллель между письмом, которое пишется сейчас на пергаменте чернилами, это то время, в котором живет он, между буквами, которые были на камне написаны Божьей рукой, и он говорит, вы собой показываете, что на вас это написано. Поэтому он приводит Моше и говорит, что он светился и покрывался покрывалом, но при этом был очень скромным человеком. Это суть Мидраша. Это не суть того, как бы если прочитать, можно, конечно, этот текст интерпретировать иначе. И дальше. Такую уверенность мы имеем в Боге через Мессию. Без Мессии невозможно приобрести уверенность в Боге, которая была у Моисея и у наших праотцов. Они верили в то, что Мессия придет. Моше написал 5 пророчеств в своем пятикнижье о том, что должен прийти пророк выше него, больше него. И на то время
он именно так мог описать Мессию. То есть откровение прогрессирует, и во время Моше оно выглядит таким, возможно, не совсем явным, но оно есть. Не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. И вот 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. На этом стихе построено очень много ложных доктрин и теологий, связанных с тем, что Ветхий Завет убивает, это вообще буквы мертвые, как бы в них там смерть. А Новый Завет – это жизнь вечная, и все верующие Нового Завета, вот, они, конечно, намного лучше, намного святее, чем те, кто жили тогда, до Нового Завета. На мой взгляд, здесь происходит дисбаланс и перекос, потому что если мы говорим о какой-то истине, истина не должна быть привязана к временным рамкам. Это первое. Второе, она должна работать во всех поколениях, всегда и в любом народе, если это истина. И если мы говорим, что Священное Писание – это истина, то она должна была работать там, в то время. И поэтому нам нужно понять, как это было, чтобы не ошибиться, чтобы не учить неправильно людей. Комментарий на 6 стих, который я хочу дать. Служение Богу фактически это служение людям. Человек не может угодить Богу, которого не видит, если он не будет исполнять заповеди, направленные на то, чтобы улучшить отношения свои с людьми. Если мотивация сердца человека будет правильная, то служение в духе будет созидать или строить духовную, внутреннюю часть человека. Здесь говорится о том, что мы служители Нового Завета. Мы служители Нового Завета. И есть такая позиция, мы лучше, чем те, кто были там. Ну, некоторые, не все, но так говорят. Теперь, вспомним давайте Моисея. Что он говорил о себе? Он говорит, я ни у кого ничего не одалживал, и даже там осла ни у кого не одалживал, там, проехать куда-то. Правильно? Он говорит, что я жил с Богом и пользовался тем, что Бог дает, но это было для меня не главное. Для меня главным было строить его царство в том народе, который он вывел из Египта. То есть, те принципы неба, которыми должны были жить люди от сотворения мира в Эдемском саду, были утрачены. И теперь через Моисея Бог возвращает людям эту информацию. Мотив служителя и тогда, и сегодня, главный мотив человека, который выходит на служение, он должен заключаться в следующем. Нужно помочь душе другого человека приблизиться к Творцу. Вся суть служения заключается в том, чтобы помочь другим людям приблизиться к Создателю так, как приблизился ты сам. И ты можешь это сделать с тем КПД, то есть насколько ты можешь помочь, настолько, насколько ты сам приблизился. Если ты находишься далеко, как ты поможешь другим приблизиться к Богу? Это служение без ожидания дивидендов или выгоды в земном мире, вот здесь, сейчас. Дух Божий сокрыт в буквах, которые написаны на камне и на коже. Как такое может быть?
Здесь есть определенная мистика, правда? Но это так и есть. Дух Божий сокрыт в этих буквах. То есть внутри этих слов, внутри этих знаков есть божественное начало. Можно смотреть только на буквы и служить буквам. Тогда они будут убивать. Почему? Так устроена заповедь. Буква – это заповедь. Например, не ешь от дерева познания добра и зла, ибо день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Скажите, в этих буквах жизнь или смерть? Жизнь. Правильно, и то, и другое. Но ты выбираешь, правда? От тебя зависит, станет это для тебя жизнью или станет это смертью. Когда ты читаешь заповедь, а заповедь тебе говорит, если ты будешь делать так и вот так, не умрешь. А если ты пренебрегать будешь моим словом, то закон, вложенный, правило, вложенное вот в эти буквы, убьет тебя. На самом деле убивает не буква, согласитесь, а дух, вложенный в эти буквы, принцип духовный, который в них находится. Возьми эти буквы, поменяй местами, и смысл исчезнет. Так или нет? Или появится другой. Таким образом, буквы, слова – это только формат, это упаковка, это видимая часть в нашем мире, которая несет в себе невидимую составляющую. Точно так же, как человек, созданный Богом, имеет тело – это видимая часть нашего человеческого существа. Но тело внутри себя имеет и невидимую часть. И именно эта невидимая часть внутри тела определяет траекторию жизни человека, его желания, его выбор, его поступки. И в итоге влияет и на тело. Влияет вообще на все. Но влияет внутреннее, а не наружное. Буквы, еще раз я повторюсь, это видимое в нашем мире. И есть часть людей, которая служит букве. Что это значит? Служение букве – это служение земным, видимым каким-то категориям. Они похожи, они выглядят так же. Они вроде бы духовные, но внутри нет сути, нет наполнения. Они как бы становятся пустыми из-за неправильной мотивации. И тогда эта буква будет убивать человека. Вот о чем говорит Рабби Шауль здесь. Есть люди, которые концентрируются на служении видимым вещам этого мира. Это и есть служение букве. Неважно, в каком завете бы он жил, в Новом или в Танахе. Он служит буквам, он служит прибыли, он служит чему-то, что может как-то помочь ему выйти на другой социальный уровень, например, или занять какую-то ступень в духовной иерархии и так далее. И, в принципе, его не сильно беспокоят люди, которым он якобы должен служить или которым он якобы служит. Служить-то он должен. Теперь я не говорю о том, что никто не ошибается. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но есть большая разница, когда человек имеет здоровую мотивацию и ошибся. Есть человек, который имеет плохую мотивацию и тоже ошибся или не ошибся. Потому что Бог смотрит в сердце, Он смотрит внутрь нас.
Нам нужно сосредоточиться на духовной составляющей, на духовной части, которая в этих буквах. В этих буквах заложены принципы неба. Поэтому духовный мир, он и есть суть, он и есть настоящее, хотя невидим, как душа человека. Духовный мир – суть, это источник, это творец, это причина. Физический мир материальный – это проекция, это тень. Это творение. И это следствие. Творец – творение. Причина – следствие. Поэтому буквы и дух, который в них. И если видеть только знаки на коже, только буквы, ничего хорошего не получится. Но если видеть внутри этого живое слово живого Бога, тогда, конечно, это будет менять меня, и тогда я буду видеть себя, как в зеркале, в этих буквах. Они говорят мне правду. Они показывают мне меня настоящего. И я хочу, чтобы этот образ больше и больше проступал наружу. Люди привыкли скрывать все. Нам трудно жить открытой жизнью. Мы боимся. Боимся людей. А бояться надо того, кто и тело, и душу может погубить в гиене огненной, как сказано в Евангелии от Матфея. И поэтому те буквы, которые вырезаны на камне, они способствовали обвинительному приговору. И это ведет к поиску выхода. То есть, когда человека приговаривает слово, и он это понимает, то есть, да, отражение твоей души. Ты посмотрел в Писание, то есть, прочитал его, и говоришь, так я же тут, ну, почти по всем статьям грешник. То есть, по каждой статье смертный приговор. И тогда ты задаешься вопросом, а где выход, а как решить эту проблему на самом деле? И Писание берет тебя за руку, как где-то водитель, и ведет тебя к Мессии. И говорит, вот здесь твой выход, вот здесь решатся твои проблемы все. И если ты обратишься к Нему, если ты начнешь свою жизнь исправлять и делать похожее на жизнь вот этого человека, подчеркиваю, человека, конечно, внутри которого обитала вся полнота Божества, телесно, но он был рожденный, как мы, человек. Поэтому служители Нового Завета призывают людей к покаянию, так же, как и служители Танаха, так или нет? Пользуются теми же буквами. И в итоге они говорят, да, ты придешь на суд, но ты получишь оправдательный приговор. Тебе дадут белый камень, на нем будет твое новое имя. И тебе не нужно бояться суда, потому что ты уже взял ответственность за свою жизнь перед Создателем. Ты сам себя уже приговорил к смерти, и поэтому тебе дана жизнь, и жизнь вечная. Но теперь ты должен жить так, чтобы твой образ менялся, был больше похожим на образ Мессии. Это то, что написано в 18 стихе. В тот же образ мы преображаемся. Я хочу сказать, друзья, что эти буквы, которые для кого-то кажутся мертвыми, способны преобразить человека до такой степени, что он войдет в жизнь вечную. Но он это должен сделать по собственной воле, по своему желанию.
главная идея этого отрывка, вот 3 глава по 18 стих, это вся глава. Вот главная идея этого отрывка смыслового заключается в том, что Сын пришел на землю, чтобы исполнить волю Отца. И мы, которые последовали верой за Ним, то есть доверяя себя Ему, доверяя, что Он лучше знает, Он дорогу знает, Он даже пример нам показал, как это надо. Он после воскресения был еще 40 дней постоянно со своими учениками, продолжая их учить, но это был уже другой уровень. Все это нужно для того, чтобы исполнить волю Отца. А чего хочет Создатель? Создатель хочет вернуть человека в то место, откуда человек ушел, был изгнан, потому что не послушался. Человек не мог исполнить одну единственную заповедь. Не кушать от дерева познания добра и зла. Теперь нам дано много заповедей. И мы говорим, ой, как тяжело их выполнять. Наверное, есть такие, которые думают, вот если бы одну дали, мы бы ее точно исполнили. Тоже бы не исполнили. Уже пробовал Адам. И это был человек намного более развитый, чем мы с вами. Я повторюсь, но я скажу. Многие люди воспринимают Адама. Кто такой Адам? Ну, это такой голый мужик стоит в кустах. Он так аккуратно стоит, что как бы неприличное не видно. Но он как бы вообще не цивилизованный. Босиком, то есть не на машине, да, не вышел из самолета с портфелем из кожи крокодила. Он как бы без одежды даже. Ни заводы, ни фабрики, ничего нету. Забывая о том, что у этого человека мозг работал на 100%. Он с Творцом общался лицом к лицу. Он был умнее всего ученого мира, если сегодня его вот всех собрать по всем областям. Математика, физика, биология, что хотите, археология. Он умнее, чем все вместе они были. Один. И стратил. Все равно стратил. И Бог дает нам все эти буквы, эти заповеди, чтобы мы нашли путь назад, чтобы мы поняли, что мы заблудились в этой жизни. И многим людям кажется, ну как это, ну стать верующим, как бы это ж потерять какое-то удовольствие в чем-то где-то, потерять какие-то возможности делать то или иное, и знают, что этого делать не нужно, но идут на этот неравноценный размен. Почему он неравноценный? Да потому что твоя душа является главной ставкой в этой игре. И играет в эту игру сатан, противник Бога. Он ворует души таким образом. Он их скупает за бесценок. Понимаете? Точно так же, как в средние века португальцы скупали жемчуг у островитян за зеркальце. Понимаете? Он приехал, и он зеркальце дает. А туземец смотрит в зеркало, и у него вау! Там то давай как бы, ну вот такие жемчужины, ему все равно, что им на острове с ними делать там, ну, играют как, я не знаю, в шарики, наверное, красивые. То есть они не понимают ценность вот этого в том мире, из которого туда приехали эти португальцы. Они были, я почему говорю португальцы, они там испанцы тоже были, не только португальцы. Так вот, точно так же выглядят сегодня люди. Сатан приходит как бы из духовного мира. И тебе там какие-то пластмасски дает и говорит, а ты мне душу дай. И человек говорит, да, бери, все равно не надо. Ее все равно нету. Вот такие есть глупцы. Но это самое ценное, что есть вообще во Вселенной. Душа одного человека перевесит не только планету Земля с ее ископаемыми
золотом, камнями драгоценными, вот все, что есть на земле, все, что выкопали и спрятали, и то, что в сундуках в море утонуло там, да, вот полностью взять планету Земля как копилку, как мешок. Земля тоже денег стоит, правда? Все денег стоит. Вот это все вместе, если соединить и положить еще туда, на эти весы, Вселенную, то есть все звезды, одна душа тяжелее будет, потому что это часть Бога. Это то, что Бог вдохнул в человека. А это материальный мир. Бог может новое сотворить и сделать. Душа, она неповторима, она бесконечна, она вечна. Надо подумать об этом. Писание как зеркало показывает нам нашу душу, нашу вечную составляющую. Она корректирует нас, показывает нам то, что криво у нас, то, что неправильно. А мы говорим, не-не, это ровно. Знаете, для меня выглядит, как мы сейчас договоримся там и будем друг друга называть профессор там, по математике. Посторонние, если услышат, точно будут думать, профессор. Но это мы только так договорились, не имея ценности вовне. Зеркало всегда отражает реальность, понимаете? И Писание точно так же, оно отражает твою душу, вот такая она. И люди не хотят смотреть в это зеркало. Слишком уродливая душа получается. Слишком она грязная, немытая, неухоженная и больная. Но Писание дает тебе рецепт. Он говорит, приди ко мне, я смажу твои раны, я тебя вылечу. Будешь красавец в итоге. Или красавица. Я сейчас говорю о внутреннем. Писание отражает истинную суть нашей души. Глядя на путь Мессии в этом мире, в скобках на его славу, многие думают, слава – это известность. Нет. Его слава заключается в его победе. Он победил даже смерть, не говоря уже про грех. Поэтому Рабби Шауль тоже, когда проповедует, он приводит слова пророка Хошея, Осии, он говорит, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? А Рабби Шауль объясняет, что жало смерти – это грех, а сила греха – это заповедь. И люди думают, ну как это может быть? Ну, потому что в заповеди есть разрешение жалить тебя, если ты ее нарушил. А если не нарушил, для тебя это жизнь. Но все зависит от тебя. Будешь ты уязвим или останешься неприкасаемым. И тогда свершится то, что написано в 90-м псалме. Упадут на глазах твоих и тысяча, и десять тысяч, а ты только будешь смотреть и удивляться. Бог вместо тебя победы эти даст. Тебе только останется войти в это. И войти в это нужно скромно, так как жил Моисей, покрывая покрывалом себя. Не трубить, какой я молодец, какой я духовный, я вообще... Ты не подходи ко мне даже близко, ты не такой. Станешь такой, как я, поговорим. Да, поговорим. Я хочу зачитать из послания Иакова мое одно из любимых посланий, потому что Иаков законник. Первая глава. Первая глава, послание Иакова с 22 стиха по 25 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале.
Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Амен. Обратите внимание, исполнителем дела. Он будет счастлив в своих действиях. Другими словами, будет полностью удовлетворен тем, как он живет, какой выбор он делает. Отрывок очень понятно говорит, что совершенный закон – это закон Божий. Это закон свободы. Нас пытаются обмануть и сказать, что это закон, который нас ограничивает в чем-то. Нет. Он же не заставляет тебя. Он тебе просто говорит, смотри, это вот так, а это вот так. А свобода, знаете, в чем заключается? Я выбираю, я хочу так жить. В этом моя свобода. Понимаете? Это мой выбор. Право мне дано небом выбирать. Я хочу быть хорошим, не хочу быть плохим. И мы приходим к Богу очень часто, на нас пробу ставить негде. Мы очень плохие. Но начиная глядеть в это зеркало изо дня в день и рассматривая свои природные черты лица, мы начинаем их исправлять, лечить. И проходит время, и мы преображаемся. И наша душа становится похожей на душу Машеха. И тогда происходит то, что написано в послании к Римлянам, 6 главе. Когда мы с Ним соединяемся в земном, тогда мы с Ним соединимся и после земной жизни. Ты не можешь с Ним по-другому соединиться. Только сейчас, пока твоя душа в теле. И это мой выбор. Человека никто не заставляет и не может заставить быть верующим. Но мы говорим о более глубоком сейчас процессе, когда мы назвали себя верующими, когда мы согласились в своем разуме, что да, Творец существует. Теперь мы должны впустить в свою жизнь Его законы, Его правила, потому что Он создал мир, Он создал человека и Он создал законы. И хочет нам объяснить, как они работают, чтобы нам же было лучше. А мы, как несмышленыши, думаем, что сами можем что-то сделать. Все, что мы можем, нам нужно обратиться к этим буквам, в которых жизнь вечная. И есть категория людей, которая считает, что достаточно только букв. Нет. Упаковки недостаточно. Дух, который в этих буквах. На самом деле, Писание также говорит, что когда мы постоянно заглядываем вот в это зеркало души, в Божье Слово, душа преобразуется и меняется. И вот тогда только мы начинаем понимать, чего от нас хочет Создатель. Не то, чего я хочу, а то, чего Он хочет. Это следующая ступень, по которой мы поднимаемся к Богу. Когда я отказываюсь от своих амбиций, от своих желаний, я говорю, в принципе, мне это и не важно, я без этого проживу. Я хочу понять, что от меня хочет Создатель. И сделать это хочу. Многие не могут перешагнуть через этот барьер. Они скажут, а что мне с этого будет? Ну, не так, как они по-другому скажут. Духовно так объяснят, что вообще ничего не поймешь иногда. Но идея, ладно, я согласен, но ты мне скажи, что там мне будет за это, что меня ожидает. Писание говорит, вечная жизнь и удовлетворение. Ты будешь удовлетворен. Ты будешь сыт, даже с пустым животом. Сыт будешь. Ты будешь ощущать себя тяжелым.
потому что ты будешь исполнять волю Творца. Так вот, Сын Божий пришел на эту землю исполнить волю Отца. И когда мы читаем это Писание и преобразовываемся в образ Сына, похожесть наша с Ним заключается в понимании воли Творца. Я надеюсь, что понятно, да, вот эту связь я показал. Не в том, чтобы копировать что-то, там бесов выгонять, допустим, да, еще что-то. Вы помните, когда ученики пошли и выгоняли бесов, исцеляли больных, парализованные вставали, слепые прозревали, они вернулись, они взахлеб начали рассказывать Иешуа, говорит: «Господи, тут такое происходит вообще!» Он говорит: «Да успокойтесь, говорит, ничего такого. Главное, что ваши имена записаны в книге жизни. Вот что главное. Когда мы понимаем волю Создателя, все, что идет прицепом, или как бы второстепенное, какие-то бонусы, на которые мы, в принципе-то, не надо нам на это рассчитывать даже. Ну, хорошо, есть, слава Богу. Кому-то от этого тоже хорошо. Но главное – это то, что ты можешь другим помогать, ты можешь примером стать. Ты можешь сказать: идем, я тебе покажу одно зеркало. Когда ты в него посмотришь, ты себя не узнаешь. Ты себе не понравишься. Но это зеркало правильное. Оно тебе в итоге приведет в вечную жизнь. И это Священное Писание. Главная цель жизни человека – исполнить волю Творца. Люди думают, главная цель жизни – заработать денег. Ну, заработал, умер. Даже если полные карманы набить, не возьмешь с собой. Правда? И даже если это переплавить золото и наглотаться этого золота и умереть, не возьмешь с собой. Так или нет? Люди думают, главная цель жизни – стать ученым или карьеру сделать. Имя доброе. Люди ошибаются. Главная цель жизни – исполнить волю Творца. Зачем ты родился в этот мир? Ни один философ не ответил на этот вопрос. А Писание отвечает на него. Очень простой ответ. Очень простой ответ. Философия – это главный вопрос. В чем смысл жизни? Считается, что на него нет ответа. Я когда-то тоже сдавал экзамены по философии. А на него есть ответ. Главная цель или главный смысл жизни человека – исполнить волю Творца. Очень просто. И люди думают: да не, ну, дважды два не может быть четыре. Слишком просто. Должно быть не четыре. Ну, примерно так это выглядит. Бог уже все посчитал. Просто прими это. Неверующие люди, к сожалению, совсем не смотрят в зеркало души. Они только смотрят в обычное зеркало и ухаживают за своим телом и думают, что это главное на этой земле. А тело, сколько ни за ним не ухаживай, все равно ляжет в могилу и сидят его черви. Извините за прямоту. А Дух Божий, который вдохнул Бог в человека, будет жить вечно. Вопрос: где? В каком месте? Я искренне хочу благословить нас всех, чтобы и буква, и Дух Божий в нашей жизни помогали нам видеть отражение нашей души в Слове. Пусть Бог благословит, чтобы мы видели отражение своей души в этом Слове. Амен. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которым Ты питаешь наше нутро. Благослови нас, и мы благословляем Тебя, Бог богов и Царь царей, и молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.